Крыму в домах крымских татар проводят обыски. Шквал сообщений, повторюсь, вот, например, некоторые из этих сообщений из соцсетей. Первое, там, поступило сообщение, что идет обыск в домах крымских татар. Или вот, например, блокировано село Журавки, там блокпосты и обыски, в Симферополе обыски, в Орлином, Щелкино и Ленина тоже идут обыски. Пишут, что сотрудники полиции российской обыскивают шкафы, проверяют компьютеры, даже мобильные телефоны, изымают технику и документы. Эту информацию, в частности, для нашей программы подтвердила координатор проекта «Крым-СОС» Тамила Ташева. И она же рассказала нам, для чего, по ее мнению, это все делают российские власти. Внимание! Снимают эту забороненную литературу, зброю и так далі. Видумані речі, які використовує окупаційна кримська влада проти тих людей, які не згідні з окупацією Криму. Да? І здебільшого це відбувається проти звичайних кримських татар, простих мешканців Криму, для того, щоб показати, що слідкують вони не тільки за громадськими активістами і діячами Меджлісу, а й проти всіх. Так? Тому це така система тотального залякування кримчан, кримських татар, українців, які досі є проукраїнсько налаштованими. Да, это более чем такая наглядная история про то, что, по мнению новых властей полуострова, крымские татары должны ходить либо строем и отдавать честь, либо сидеть дома тихо и не высовываться. Ну, а твои друзья, что кажут с этого привода? Ну, они, понимаешь, сегодня Крым – это та ситуация, где вроде бы есть, что есть, но нечем дышать.